Так, это у нас три девчули. Черепашечки. Голубокремовые. Вот такая вот синеглазая кукла. Такая неугомонная. С такими вот яркими-яркими синими глазками. Огромными. С таким вот профилем отличным. Отличными ушками, подбородочком. Белоснежной шубкой. И таким очень хорошо извитым хвостиком. Прямо извитый хвостик у нее. Ну и вот держит вот так вот вверх. Такая вот девчуля, кукла. Вот. Это одна у нас девчуля, цветочек наш. Так, вот эта вот девчуля у нас будет бридовая, липетовая, мордатенькая, очень красивая личика. Тоже огромные глаза синие. Белая шубка. Отличный профиль у нее. Шикарный, просто экстремальный. Ну, вот такой у нас вот визуально все-таки длинноватенький хвостик. Хотя в заломах от основания. Такой вот. Хотя часто бывает, что малышка растет, а хвостик остается такой же. Вот такая девочка. Красавица кукла. Вот, вот еще одна мадам. Вот такая вот. Такая красивая у нас девочка. Прям интересно раскрашенная. Такие тоже яркие-яркие у нас глазки. Вот такие ушки, подбородочек отличный. Вот такой у нас профиль римский, с хорошим переходиком, отличный подбородок. Вот. И вот такой вот у нас хвостик, закрученный на спинку, извитый такой розеточкой. Короткая шерстка. Да, вот мы очень увлечены только своими бусами тут. Такие девчонки. На высоких лапках. Вот. Девочка на высоких лапках. Ну, скажи, меня и так легко узнать. У меня, скажи, носик раскрашенный. Вот такая красота.